решили мы капитальный ремонт улиц Аксакова. Действительно масштабное было мероприятие. У нас тут несколько компаний участвовало, и компания Т+, замена теплосетей, и водоканал работал по замене системы водоснабжения. Мы в рамках капитального ремонта производили замену дорожной одежды, и тротуаров, и люков. Сделали мы все вовремя, но все-таки в сроках мы затянули. Поэтому пусть он нас не обижается, в следующий раз мы исправимся и сделаем все в более сжатые сроки и также качественно. Но основной критерий был, это все-таки качество. В трудную минуту, когда у нас генподрядчик нас практически подводил по срокам, мы провели переговоры, коллеги нас поддержали, подставили плечо и в сроки выполнили поставленную, еще раз говорю, задачу. 16 сентября компания «Оренбург Ремдорстрой» вышла на этот участок улицы Аксакова. Действительно, и министр, и глава города обратили внимание, что генподрядчик где-то задерживается, где-то, значит, ситуацию надо спасать. Здесь действительно выполнены работы уже совершенно с новым качеством. Верхний слой асфальта – это СМА-16, то есть это объемное проектирование, которое сейчас укладывается на всех объектах по рамках БКД – безопасные качественные автомобильные дороги. Все лабораторные испытания показывают, что именно вот это покрытие в городе, оно используется в последнее время и успешно. Мы сейчас гарантийные обязательства даже несем по 5-7 лет на некоторых объектах. Это о многом говорит. То есть, если что-то будет выполнено не так, генподрядчик должен, ну, соответственно, субподрядчики прийти и все это исправить.